Нормальные же интервью тоже должны быть на этой серии. Иногда. Да, теперь поговорим на нормальные темы, а то все красавчики, бицепсы, это все Маша. Итак, рядом со мной Андрей Данилюк Троянец. Когда ты еще вел блог на CGM, я в принципе не знал, что такое покер. Как тебе удается вот уже более 10 лет играть, приезжать на серии? Я помню там твои отчеты со ВСОПа 2010, если не ошибаюсь. Да и раньше было. Откуда мотивация, откуда желание до сих пор играть в офлайн покер? Слушай, ну в первую очередь это, конечно, это как заработок в первую очередь. Вот. Ну и дальше это интересно просто. Ездить по миру, играть, еще при этом там умудряться выигрывать. Это уже мотивировка очень хорошая. А если взять топ-100 человек на CGM, например, 2010 год, топ-100 на покерофе, там 2012 и топ-100 2015 Gypsy Team, то сейчас этих людей там буквально 1, 2, 3, там мастодонты типа Люшана, да, остались в обойме тех, кто пишет, тех, кто там интересуется покером, но при этом ты не так известен, да, там у тебя не такой большой рейтинг, не так много пишешь, почему? Ну, слушай, я когда вот на CGM'е раньше писал, я там, помню, вот выиграл сателлит в Австралию, я писал, мне было интересно поделиться эмоциями. Тогда раньше не было вот блогов, как бы, особо не было, мало кто писал. А вот для меня это самого была интересная очень поездка, как бы, я ее писал. Ну, и людям было тоже интересно читать. Потом у меня был на Gypsy Team, как-то я писал, но особо нечем было писать. Знаешь, когда ты сидишь там в онлайне, катаешь, у тебя это такая повседневная как бы игра, и особо описывать там, выиграл, проиграл, там какие-то, это ничего интересно. Если есть что-то интересное, я такой не особо публичный просто человек, может, поэтому. Я вообще с тобой согласен, что в целом репортажи крайне переоценены в нашем сегменте, и что журналистам, в принципе, платят зарплату зазря. А теперь давай перейдем к Сочи, 2018 год, очередная серия ИЭПТ. Как тебе Сочи, в котором ты уже не в первый раз? Ой, слушай, Сочи вообще классно. Я в том году, когда здесь открыли, я до этого не был ни разу в Сочи вообще, а в том году, как открыли, я был 6 раз. В прошлом. Каждую просто серию. Даже еще помимо серии я ездил так на формулу сюда с друзьями. Как бы очень классно, всем понравилось. Ну, все нравится, все супер. Ну, как бы тут нечего сказать. Main event, 75 человек. Как у тебя успехи сейчас? Слушай, сейчас будет, сейчас блайнды вырастут, будет там что-то 18 блайндов. Ну, 400 у меня там что-то 40 тысяч. Блайнды 12-24. Ну, на прорыв идем. Ну, как бы, как зайдет мазь, так и... Спасибо.